До старта учебного процесса еще 3 месяца, но родители учеников уже подают документы на зачисление своих детей в новую школу на 5-й просеке. Вопрос о том, где будут учиться дети Галины Грачевой, встал сразу после того, как семья переехала. Сын выбрал школу за яркий фасад, а родители за сильную образовательную программу. Процедура зачисления в учебное заведение прошла успешно и заняла не более 5 минут. Все очень быстро, ожидали, что будет гораздо все сложнее. Понравилось, как быстро работают специалисты по приему документов и оформлению справки. Если по бальной системе из 5, можно сказать, что на 5. Действительно, все открыто, прозрачно. Очередь формируется самими родителями. Наша задача – организовать прием быстро и качественно. Задержки по очереди нет фактически. То есть проходят люди организованно, выходят также организованно. Порядок не нарушается. На приеме документов сейчас работают 14 сотрудников. Процедура зачисления будет идти 2 и 3 июня. В настоящий момент во вторые классы подано 85 заявлений, в третьи 105. Вполне возможно, что будут какие-либо корректировки по поводу количества открываемых классов. Поэтому, естественно, мы задачу ставим для себя максимально удовлетворить спрос жителей в данном вопросе. Во вторых классах пока еще остаются свободные места. В третьих, исходя из численности желающих, будет открыт дополнительный класс. Школа на 5-й просеке была сдана в эксплуатацию в этом году. Кроме многочисленных учебных классов, в здании на 600 мест разместили библиотеку, книгохранилище, спортивные, хореографические, тренажерные залы. Не забыли и о прилегающей территории, оснастив ее необходимым инвентарем для отдыха и развлечений детей во внеурочное время. Свои двери для учеников 26-я Самарская школа откроет 1 сентября. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.